воскресенье в Самарской области будет облачно и пасмурно. Местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 2 градуса. Ночью минус 1, плюс 1. Ветер восточного, северо-восточного направлений. Скорость 1-2 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 3, ночью 1 ниже 0. Северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 2 градуса, ночью 1 выше 0. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 1 градус, ночью минус 1. Северо-восточный ветер 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 92%. Геомагнитное поле возмущенное. Умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.